Я рада представити, що сьогодні до нашої студії завітала наша ранкова гостя, спеціаліст з інфекційного контролю Асоціації служби організації інфекційного контролю Анна Павловська. Вітаємо вас. Да, добрий день. Ми вже анонсували, що будемо з вами сьогодні спілкуватися про дезінфекцію оселі. Але мало хто знає, які місця в нашій оселі дійсно потребують цієї дезінфекції, які знаходяться у зоні ризику. Мне бы хотелось прежде всего сказать, что такое дезинфекция. Дезинфекция – это уничтожение и борьба с болезнетворными микроорганизмами, с которыми мы боремся разными способами. Во-первых, методы дезинфекции бывают разные. Это бывает профилактическая дезинфекция, это бывает текущая дезинфекция, это бывает заключительная дезинфекция, например, когда болеют наши близкие дома. Также различают несколько методов дезинфекции. Самые основные – это физический и химический метод. Чем они отличаются? Физический метод – это, в принципе, кипячение. Те предметы обихода, которые мы можем прокипятить, то это прекрасно. Например, ложки, посуда. Ну, единственное, не менее 10 минут должно проходить кипячение для того, чтобы произошла дезинфекция. Также бывает химическая дезинфекция. Это дезинфекция химическими препаратами, концентратами, препаратами, которые уже быстрой дезинфекции, готовые препараты, которыми очень удобно пользоваться, и сегодня мы имеем такую возможность. На самом деле для дома я бы разделила зоны. Зоны риска и зоны, которые, в принципе, нам не принесут никаких неприятностей. В первую очередь это, конечно, вход, это дверные ручки, это кухня. На кухне это мойка и разделочный стол, на котором мы разделываем пищу. Стол, а также разделочные доски и инвентарь, которым мы пользуемся. Потому что, когда разделывается сырое мясо или рыба, обязательно нужно продезинфицировать то место, где это разделывается. Ну и, конечно же, это ванная комната и туалет. И, скорее, самая критичная зона здесь – это умывальник. Потому что самое грязное – это наши руки. А руки мы, в первую очередь, моем в умывальнике. И там осаждаются все самые болезнетворные микроорганизмы. Второе – это уже унитаз, и после этого только ванная комната. Да. На самом деле сложности в 21 веке продезинфицировать свой дом нет никакой. Есть профессиональные средства. Самые удобные для нас – это средства быстрой дезинфекции. Это готовое средство, которое не требует ни разводить водой, никаких специальных навыков. Тем более я хочу особое внимание уделить тому, что хлорсодержащие препараты ушли в 20 век. Ими не нужно пользоваться абсолютно. Сейчас есть такие препараты, которые допустимы и в родильных залах, и в присутствии пациентов для лечебных учреждений. Это профессиональные средства, разработанные прежде всего для лечебных учреждений. Но мы имеем такую возможность использовать их в домашних условиях. Любое средство быстрой дезинфекции наносится, они в основном идут со специальными дозаторами-распылителями, наносятся на поверхность, выдерживаются до 15 минут, притом от 15 секунд есть некоторые. И проводится полная дезинфекция. Некоторые даже не требуют смыва. О, що то саме цієї роботи дезінфекції в домі, можна обрати якийсь засіб, який ми, як ми вже сказали, з 15 секунд до 15 хвилин. Але на що варто звертати увагу? Ми сказали, які є у зоні ризику ділянки квартири, які можна трошки відсунути від дезінфекції. Але з чого розпочати саме це? Як почати дезінфекцію? І взагалі, як, можливо, якийсь алгоритм є? Я думаю, что дезинфекция не отличается от обычной уборки нашей. Прям дезинфекцию со средствами профессиональными достаточно делать профилактическую раз в месяц. Есть, конечно, профессиональные службы, которые делают дезинфекцию, и в том числе это может быть дезинфекция и воздуха, и предметов обихода. Но мы сейчас поговорим о бытовом уровне. Когда вы делаете уборку, вы просто добавляете в свою воду специальное дезинфицирующее средство и обрабатываете пол, столы, шкафы. То есть все, что вы моете только в воду, добавляете специальное ДЕС-средство. А щодо того, як правильно обрати цей засіб, вже у нас була думка про те, що засоби, які в собі містять хлор, варто відсунути у 20-те століття. По-перше, це загрозливо для нашого здоров'я, як для дихальних шляхів, як для нашої шкіри. Що варто обрати, на що звернути увагу, і, можливо, навіть професійні засоби, засоби зі звичайних мас-маркету, що варто обрати?
Я бы посоветовала нашим телезрителям самим не принимать такое решение. В принципе, для текущей дезинфекции вам без разницы, какое средство. Единственное, оно не должно быть хлорсодержащим, либо альдегидным. Но это все слова, которые на самом деле трудно запомнить простому жителю, поэтому у нас есть центры дезинфекции. Например, на Садовое 3В. Туда можно обратиться, там работают профессионалы. Можно даже позвонить туда просто по телефону и задать вопрос. И вам абсолютно точно подскажут, в какой ситуации, каким средством вам лучше пользоваться. Потому что средств действительно много. Это бывают и спиртосодержащие, и частично аммониевые соединения. Но только профессионал может вам подсказать, допустим, кухонную доску, чем лучше обрабатывать. Потому что есть время экспозиции. Если это разделочная доска, конечно, вам удобнее обработать ее на 15 секунд средством. В таком случае это будет спиртосодержащее. Если вам нужно помыть дверные ручки, пол и так далее, вам нужно другое средство. Я бы посоветовала обращаться в профессиональные службы, центр дезинфекции на Садовой. Пожалуйста, обращайтесь, там ребята профессиональные, которые вам всегда подскажут, что делать, даже по телефону. Також ви сказали, що варто робити таку дезінфекцію раз на місяць, і цього буде достатньо. Але також ми дізналися, що наш умивальник – це просто зона ризику зіткнутися з хворобливими бактеріями. Як себе, можливо, забезпечити безпекою, а також, можливо, є якийсь алгоритм по тому, як правильно мити ручки для того, щоб дійсно залишити всі мікроби ось там, в умивальнику? Є, дійсно, метод, которым пользуются медицинские сотрудники. Это схема, которую нам подарила Всемирная организация здравоохранения. Это 6 положений рук, которые нужно повторять по 5 раз. Эту схему я вам сейчас не буду показывать, потому что мы займем много времени. Ее можно посмотреть, это схема 1500, которую подарила Всемирная организация здравоохранения. Но я вам хочу сказать, что еще наиболее просто нам себя обезопасить, это просто пользоваться антисептиком. Антисептики должны содержать не менее 70% спиртов, тогда они защитят нас от бактерий, вирусов и микробов. Для детей я бы посоветовала антисептики гелесодержащие, потому что дети любят брызгаться, а если спиртосодержащий антисептик попадет в глаза, то детям будут проблемы большие. Поэтому для детей покупаем гелевые антисептики. Взрослые пользуются, какими им удобно. Есть карманные антисептики, они стоят в пределах 20 гривен. Это недорого, мы можем держать их в сумочках. И если мы все будем обрабатывать свои руки перед тем, как мы попадаем в транспорт, в магазин и так далее, то у нас будет намного меньше проблем с вами. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Я сподіваюся, що це не остання наша розмова, тому що дезінфекція не тільки оселі, а й взагалі утримання себе у чистому середовищі – це дуже важлива тема. І я думаю, що ще багато тем на вас, нас з вами чекає.